Следующий вопрос. Иджаратуль фахль лид-дараб. Можно ли сдавать в аренду самца, то есть животного, для того, чтобы что? Случить его с самкой. Аксару ахлиль ильм аля адамил джаваз. Большинство ученых считают, что это не разрешено. Лянна набия саллаллаху алейхи ва саллям анха ан асбиль фахль ва ан бай'и дарабиль джамаль. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил продавать, то есть семя кого? Самца. وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيع. И этот вопрос мы уже рассматривали в начале книги о торговле и приходили к выводу о том, что как условие это запрещено ставить, но если хозяин самки сам что-то дал в качестве подарка за это, то этот подарок разрешено принимать, чтобы это не было чем устоявшейся традицией обязательной в чем народе, так что если хозяин самки ничего не даст, то человек на это обижается или считает это чем-то неправильным. Далее.